Тайдула, известная также как Тайтугли-бегум, принадлежала к числу супруг хана Узбека. Со временем она получила статус главной жены хана. Тайдула родила Узбеку двух сыновей – Тинибека и Джанибека. После смерти отца два брата вступили в противоборство за то, кто из них унаследует ордынский престол. В этом соперничестве собственных сыновей за власть Тайдула поддержала младшего сына Джанибека. Она склонила на его сторону влиятельных вельмож Орды. Когда Джанибек, благодаря помощи матери, занял трон, Тайдула стала фактической соправительницей хана. Ее влияние на государственные дела было огромным. Тайдула сохранила свои позиции и после смерти Джанибека, когда его сменил на троне внук Тайдулы, Бердибек. Но когда погиб и Бердибек, положение Тайдулы осложнилось. Поскольку у нее больше не осталось в живых ни сыновей, ни внуков, Тайдула попыталась сама управлять государством, возводя на престол подставных ханов по своему выбору. Тайдула предложила дальнему родичу, Хызру, чтобы он взял ее в жены и занял престол с условием, что реальная власть останется в ее руках. Хызр отказался от предложения, и сделка не состоялась. Тогда Тайдула нашла другого кандидата, Навруза, заключила с ним брак и возвела на ордынский трон. Но Навруз удержался у власти недолго. Против него выступил Хызр. При поддержке столичной знати Хызр занял сарай и стал ханом. В этом перевороте Навруз погиб, а Тайдула была казнена.